Вновь в виртуальной реальности. Ой-ой-ой, Ира. Что же сегодня нас ждет? Тебе слово. Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. Вот кое-как вот отобрала у Димы Кутько, оператора, пистолеты. Начал играть серию Сэм. Говорит, его любимая игра никак вообще не могла его заставить взяться за камеру. Ну вот теперь, значит, пульт управления у меня. И, в общем, ну, поехали, наверное. Алексей, наш сегодняшний гость, будет комментировать то, как я играю. Алексей, очень мне страшно. Честно говоря. Хапните адреналинчику. Так, все, здоровье я выбрала. Все, выбрала. Так, сейчас мне надо выбрать оружие, я так понимаю, да? Да, сейчас выбирайте оружие, и на вас сразу побежит толпа безголовых мужиков. Хорошая базука. Мне нравится. Да, good luck. Бензопилу пока брать, наверное, не буду. Не-не-не, выберите и снова такой. Что, вот это вот? Ну, вот, который был. Ага, вот такой же, да? Отлично! Отлично, поехали! Ну, пока мои автоматы только готовятся, может, расскажете, какие-нибудь эксклюзивные случаи у вас бывали, какие-то форс-мажоры, может быть? Да, буквально вчера к нам приходил мужчина, который в виртуальной реальности хотел опереться на бордюр и по итогу... Да что же вы так атакуете-то? Боже мой, это просто такой большой. Так, там стена, чуть-чуть вперед. Хорошо. Блин, они буквально меня едят. Очень неудобное оружие, хочу вам сказать. Попробуйте поменять. Как это сделать? А как вначале делали? О боже, у меня теперь есть. Да что ж такое-то? Бензопила только в ближнем бою. Господи, что делается там? Чуть-чуть вперед. Я сейчас, по-моему, все-таки... Где они еще? Негодяи эти. Я не успеваю их отстреливать, боже мой. По-моему, у меня уже один пистолет остался. А еще что-нибудь такое. Вроде как вам сносили еще что-нибудь, стены. Проиграла. Эти два огромных. В общем, советую всем попробовать хоть раз показаться вот в такой виртуальной реальности. Очень прикольно, здорово, и адреналин, в общем, сердце колотится. Играть совершенно не умею, но все это не важно. Приходите, пробуйте. Serious Sam, советую вам именно эту игру. Передаю слово вам, Сережа, Марина. Как вы относитесь к виртуальной реальности?